Глава города проверил остановочные павильоны, лестницу к стадиону, подъезды к магазинам и тротуары. Одним словом, все те места, где инвалидов-колясочников могут ждать непредвиденные препятствия. Проверка показала, что все лифты и подъемники в рабочем состоянии. Глава города дал распоряжение обозначить указателями оптимальный маршрут для передвижения колясочников. Мы не рассуждаем на то, что неорганизованно приезжает. Мы говорим, что они еще есть лица. Он сядет на автобус и приедет. Он остановится здесь, а ему нужно туда. У нас он должен выйти и увидеть. Я же говорю, логистика, рисуйте вот эту коляску и стрелку, что сюда. Вот человек. Я еле нашел. Напомню, Всемирные игры Международной спортивной федерации ампутантов и колясочников стартуют 27 сентября. После Паралимпиады это самые масштабные игры с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Они проходят раз в два года. Предыдущей столицей игр стал голландский город Стадсканал. Черноморский курорт эти соревнования принимает впервые. В Сочи ожидается приезд около 400 спортсменов из более чем 20 стран мира.